выставка только часть более большого проекта исследовательского, и тут было несколько мотиваций. Вот мотивация, про которую как-то забывают говорить, мы обсуждали часто между собой, что вообще, если говорить о современном искусстве глобальном, то нулевые во многом были нулевыми в прямом смысле слова, что не так уж много новых имен, открытий в глобальном контексте они принесли, и нам стало интересно, у нас тоже ничего не было, или все-таки что-то было, если что-то было, как это рассматривать, можно ли в глобальный контекст помещать, или это важно для локального контекста. Это один был вот такой отправной пункт. Другой пункт отправной, что такие исследования регулярно проводятся там, нашими соседями. В Литве был проект десятилетию, посвященный современного искусства. Ну, как-то просто красиво, вот нулевые, новые, начался новый, новое столетие. И хотелось как-то с этим разобраться, да, что оно принесло. Да, было ли это десятилетием современного искусства? И вообще взгляд на десятилетие, а не там не на год, или там не на месяц, и не на нескольких художников, позволяет сравнение провести, позволяет увидеть динамику, позволяет тенденции выявить. Поэтому вот такие вот более длительные исследования важны именно для выявления тенденций, для взгляда, да, на самих себя со стороны, можно сказать, которого в Беларуси не хватает во всех сферах, в общем-то.